Так вот идешь, время без 10-12. Я иду после работы своей бизнеса. Многие уже спят, кто-то тусуется, кто-то отдыхает, кто-то смотрит сериалы. Я списывался с людьми, рассказывал о нашей эко-лавке. Устраивал с ними взаимоотношения, строил бизнес, масштабировал его, рассказывал о нем миру, о том, что мы есть. Вот. И в моменте это вообще не весело. Это тяжело, где-то скучно, где-то хочется все бросить, но это стоит того. 3-5 лет это принесет свои плоды, все будут называть это удачей, но по факту это результат всех этих бессонных накопленных ночей.